В Ульяновске начнут реформировать службу занятости. Так, к концу года на базе Заволжского центра появится флагманский кадровый центр «Работа в России». Жители смогут не только получить сведения о вакансиях и оформить пособие, но и пройти профессиональное тестирование, тренинги, психологическую подготовку перед собеседованием. Специалисты будут вести своего клиента от момента первичного обращения до трудоустройства. Речь о создании подобного центра шла на совещании с участием главы региона. Нам надо совместно с работодателями, с системой образования, разработать механизм другой, более современной целевой подготовки кадров. В какой-то степени мы вчера об этом говорили, когда обсуждали о том, как нам сформировать по-настоящему действенный региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Также в Ульяновском государственном техническом университете создадут лабораторию профессиональных компетенций и развития человека. В новой организации специалисты смогут получить консультацию по вопросам составления резюме, оценить профессиональные личностные качества. В лаборатории будут заниматься ведением банка вакансий бизнес-предприятий региона. На данный момент уровень безработицы в регионе, по данным кадрового центра, составляет 2,54%. На учете стоит чуть больше 15 тысяч человек. Для сравнения, в сентябре 2020-го, когда уровень безработицы в регионе достиг 5,20%, количество безработных составляло 33 тысячи человек. Если в период пандемии к нам приходило 600 человек в день, в некоторых муниципальных образованиях 800 в день, сегодня мы фиксируем число заявлений на уровне 200. 180 и 220. Вот таких диапазонов. За 2020 год при содействии органов службы занятости было трудоустроено чуть больше 16 тысяч человек. Главная цель этого года – вернуть занятость на допандемийный уровень. Напомним, в январе прошлого года уровень регистрируемой безработицы составлял 0,46% к численности экономически активного населения.